собираем рюкзак. Кеша. Форклассы Зефит 70. После стирки. И одного сезона в Индии. Ну, есть некоторые потертости снизу. Мы видим. Порвана. Шов, который держит отверстие патента, он никакой. Значит, некоторые плохое качество материалов. Внутренняя обшивка кармана. Здесь мы тоже видим то же самое. Ну, во всем остальном, в принципе, достаточно он хорошо держался. Большой.